Ленинградской области, группировки нашего союзного государства под Гродно, под Брестом, то есть создать зону нестабильности за счет жизни простых людей. И понятно, что в этой ситуации мы приняли решение создать определенный сигнал странам Запада, сказать, что мы повышаем ставки в ответ на их милитаристские и террористические действия и готовы, и уже размещаем тактическое ядерное оружие. С другой стороны, мы не отказываем в размещении стратегическому ядерному оружию в случае, если коллективный Запад продолжит производить свои деструктивные действия, которые будут пытаться нарушать нашу совместную безопасность. Про это говорил президент Беларуси в своем послании парламенту и народу еще в марте этого года. Про это говорят эксперты, представители Министерства обороны двух стран. И это реально. Почему? Потому что давайте посмотрим, какую реакцию демонстрирует. Он сказал, что якобы его это не особо волнует, и он никоим образом не будет реагировать на этот счет. Это говорит о том, что, в принципе, они готовы поднимать ставку. Они не готовы отказываться от милитаризации Восточной Европы, а значит, все шансы на стратегического оружия в Беларуси пока нет.